Российская сторона не согласна с выводами доклада о расследовании катастрофы малайзийского Боинга MH17, главным образом из-за того, что ее замечания не были приняты во внимание. И отчет не учитывает информацию разработчика ракеты «Бук» концерна «Алмаз Антей». Впервые в подобного рода ситуации Россия рассекретила сведения по ракете и передала их для расследования, но они были проигнорированы. Об этом сообщил замглавы Росавиации Олег Старчевой. На ошибке Боинга 37 нет ни одной пробоины, указывающей на то, что самолет был сбит именно из РК «Бук М1». Российская сторона проанализировала результаты проведенных испытаний ракет этого комплекса, а также провела ряд исследований и экспериментов, из которых сделан однозначный вывод, что эти якобы обнаруженные поражающие элементы, вероятно, представлены для того, чтобы обеспечить ход расследования в нужном направлении. По словам эксперта, от России было скрыто, что на месте катастрофы были обнаружены остатки ракеты типа «Бук», а потом эта информация использовалась для того, чтобы сформировать общественное мнение. А главной причиной катастрофы, по его мнению, стало то, что Украина не закрыла свое воздушное пространство во время использования тяжелого вооружения.